Давай еще один раз снимем, Ярослав. Там не течет? Угу. Да. Ну, теперь все понятно, что ты там тоже. Был сухой склад, а теперь это не склад, а болото. Ну, это еще видно уже вода, которая прошла какую-то все-таки, наверное, рециркуляцию. То есть это прям не совсем такое. Канализация, да? Да? Какая-то. Но тем не менее, как бы помещение уже испорчено. То есть его, я не знаю, потом что там надо делать, какую-то, наверное, все-таки. Вымывать надо все это. Так, а что ж нам теперь делать-то? Как нам вот с этим-то? Ну, надо как-то остановить эту течь и вся проблема решится. Ну, это да. Что это, она не закрывает здесь? Да не надо закрывать, а что тут закрывать? Или лучше закрыть? Да, смысл. Вот опять.